Здравствуйте, с вами сегодня Оксана Бойченко, владелец агентства Oksana Love и личная сваха, на счету которой тысячи успешных союзов по всему миру. Это моя привилегия доставить вам сегодня данное сообщение и познакомиться с вами лично. Как вы уже слышали, наши туры знакомств Palm Beach, Флорида, для девушек, у которых есть открытые визы в США, и на Карибах, Доминиканской Республики, для девушек, у которых нет американских виз, открывают двери буквально через несколько месяцев. На эти туры прилетают порядка 200 серьезно настроенных на семью мужчин. Только представьте себе, комфортное проживание на фешенебельной вилле люксорного класса, которая расположена на побережье Атлантического океана. Вы будете засыпать под шум океанического прибоя и просыпаться от щебетания экзотических птиц в тропическом саду. Из окон своей спальни каждый день вы будете любоваться лазурной голубизной Атлантического океана с причалом для многочисленных яхт и пляжем, заросшим пальмами и белоснежным, как сахар, песком. И ко всему этому тропическому великолепию добавьте около 200 шикарных мужчин, которые с нетерпением ждут встречи с вами. Да, это сказка и мечта для многих, но для вас это более чем реализуемая реальность. И что же вам нужно сделать, чтобы эта сказка стала вашей реальностью? Только одну простую вещь. Взять билет на самолет и все остальные хлопоты оставьте нам. Мы обо всем остальном позаботимся сами для вас. Когда я начинала это агентство более 21 года назад, иностранная невеста была чем-то загадочным, труднодоступной и очень желанной. В то время мужчины просто ехали пачками на встречи своей мечты за границу. Мы сами лично организовывали огромные туры и привозили большие группы мужчин для знакомства к вам, в вашу страну. Но сейчас времена совершенно поменялись. Хотя иностранная невеста – это такая же желанная женщина. Но наша сумасшедшая, занятая жизнь диктует уже совершенно другие правила. Сейчас по-настоящему успешный мужчина, который и красавец, и ухоженный, и просто завидный жених, никогда не поедет за границу для встречи своей невесты. Сейчас единственные кандидаты, которые едут за границу, это полнейшие лузеры, которые здесь-то в Америке совершенно никому не нужны. И, конечно же, вам такой тоже мужчина не нужен. Но по-настоящему успешные и завидные женихи находятся именно здесь, в Америке. Эти мужчины могут себе позволить совершенно все, что угодно финансово. Но что они не могут себе позволить, это потратить неделю или две на такое далекое путешествие, так как многим мужчинам необходимо находиться рядом со своим бизнесом. В случае неожиданностей. Поэтому для них полет за границу – это просто не вариант. Но именно такой мужчина и является вашей мечтой. Именно о таком мужчине вы и мечтаете. И именно только такой мужчина достоин вас. И в данные времена единственный вариант встречи с таким завидным женихом – это сделать движение навстречу с ним самой. Мы предоставляем вам таких мужчин, около 200 таких мужчин за время наших туров. И все они готовы к действиям. Их сваха провела астрономическую работу с ними и подготовила их к действиям на женитьбу. Они все готовы принять и построить отношения с иностранной невестой. С той, которая примет именно этот шаг навстречу с ними. И вы можете стать такой удачницей, одной из 18 девушек, которых мы тщательно отбираем на участие в нашем туре на бесплатное обслуживание. Все, что вам нужно сделать, это оплатить ваш перелет или во Флориду, который будет стоить порядка $600 в обе стороны из Москвы, или в Пунта-Кану, Доминиканская Республика, который будет стоить около $1000 с вылетом из Москвы. Все остальные расходы, то есть ваше проживание на шикарной вилле, развлечения на вилле, знакомства, работа всего нашего персонала, то есть свах, поваров, уборщиков, водителей и совершенно всех обслуживающий персонал, всю еду, все напитки, это все происходит за наш счет, за счет агентства. Да, хотя инвестиция в ваш билет – это не такая уж значительная сумма денег, то есть $600 или $1000,
для многих девушек, но для многих девушек, возможно, это не будет составлять проблемы вообще найти 600 или 1000 долларов на билет. Но, возможно, для некоторых и, возможно, для вас это будет ощутимо. И, возможно, у вас на данный момент такой суммы просто денег на руках нет. Но вы безумно хотите принять участие в туре и познакомиться с этой большой группой элитных мужчин. Что же вам делать? И какие у вас вообще есть варианты решения этой проблемы? Я вам сразу могу сказать, что спонсировать ваш билет агентство не будет. Это полностью ваша ответственность и единственная возможность показать нам, что вы действительно, и мужчинам, что вы действительно серьезны в своих намерениях. Но если даже вам придется занять денег на билет у знакомых, или у друзей, или у банков, или других источников, то мы вам можем дать гарантию, что мужчина, которого вы выберете в свои мужья, после вашего обручения на туре покроет все ваши долги. Дело в том, что наши свахи будут работать со всеми мужчинами в туре, прямо там, на месте, во время тура. И наша сваха, она обязательно поставит в курс дела мужчину, что вам нужна эта финансовая помощь. У нас не было ни одного случая, где мужчина отказался бы покрыть своей невесте ее расходы. И даже наоборот, все девушки получали намного, во много-много раз больше вот этой вот помощи или даже подарков от своего нового жениха. Так что да, первый шаг, который вам нужно сделать самой. Но он вам окупится во много-много раз. Это наша гарантия вам. Окей. Что касается вот этих вот бесплатных мест, тех, которые... У нас только 18 мест для этих девушек, для девушек. Именно 18 бесплатных мест. Посмотрите условия отбора этих 18 девушек на эти 18 бесплатных мест и внимательно почитайте всю информацию, и вы можете подать свой запрос прямо там на странице. Помните, что отбор девушек на эти места будет проводиться в течение только 2 недель. Только 2 недель, так что поспешите подать запрос на участие, чтобы не упустить эту возможность. Окей. Что же делать вам, если вас не подтвердили на одно из этих 18 бесплатных мест? Но вы также хотите знакомиться с этой элитной группой мужчин и встретить мужчину своей мечты. Мы не хотим забирать у вас шанс вашего счастья. И, конечно же, каждая женщина в этом мире заслуживает любви и кусочка того настоящего женского счастья. Так что специально для вас у нас открыты дополнительные места. Вы будете проживать на отдельной резиденции, которая расположена рядом с главной виллой, но в более комфортабельных условиях. И вы также будете присутствовать на вилле, на вот этой вот вилле, и принимать участие во всех знакомствах и во всех мероприятиях, так же, как и девушки, которые проживают на самой вилле. Но у вас также будет огромная возможность, это возможность знакомства еще с дополнительными мужчинами вне тура. То есть мужчинами, которых ваша личная сваха привезла специально для знакомства к вам. Нет, эти мужчины не будут принимать участие в туре. Эти мужчины были специально подобраны для вас, вашей свахой. И никто из других женщин не имеет доступа к ним. Только вы. Эти дополнительные места доступны только для студенток индивидуальной школы замужества и наших платинум и VIP-клиенток. И опять-таки, при инвестиции даже в эту данную платную программу, ваша инвестиция окупит себя в несколько раз, потому что ваша сваха, работая с вашими мужчинами, будет их направлять в сторону инвестирования в ваши отношения и в вас лично. Являясь клиенткой одной из этих программ, ваши мужчины, с которыми вы будете с которыми вас будет знакомить ваша сваха, они будут обслуживаться бесплатно. Но мы в агентстве Оксана Лав, мы не верим в то, что мужчина должен получать что-то бесплатно. Мужчина обязан инвестировать в отношения, иначе он просто их не будет ценить. И ваша сваха сделает так, что все мужчины будут инвестировать в ваши отношения через дорогостоящие подарки или в денежном эквиваленте. Они будут инвестировать в ваши отношения и в вас. Разрешите мне дать вам один из примеров. Как вы, возможно, знаете, около года назад одна из наших свах, которая работала с одним из наших клиентов, она познакомила меня и его через несколько месяцев.
Он сделал мне предложение о замужестве, и сейчас это мой жених. Он один из самых щедрых мужчин, которых я когда-либо встречала. И он стал таким не потому, что он такой вообще по натуре, а потому что именно его сваха нашего агентства, направила его в этом направлении. Все мои дорогостоящие подарки от ведущих дизайнеров за несколько тысяч долларов, машины, украшения, фешенебельные отдыхи и финансовые инвестиции, он это все делает для меня. И не потому, что я не в состоянии позволить это самой делать. Я это делала до того, как я встретилась с ним. А потому что именно его сваха натренировала делать эти вещи для меня. Она его научила, что за женщиной нужно ухаживать именно так, если ты ее хочешь добиться. То же самое и намного больше я хочу и для вас. То же самое и намного больше вы можете получить. И ваша сваха направит вашего мужчину именно в эту сторону. Инвестиции в вас и в ваши отношения. И только таким образом он будет ценить вас и ваши отношения. Так что став членом программы «Школа замужества» или нашей платиновой, или VIP-программы, у вас будет личная сваха, которая сделает вам эту сказку вашей реальностью. И вы получите свою инвестицию в программу обратно и даже в несколько раз больше. И плюс, конечно, не забывайте, что у вас будут дополнительные встречи с дополнительными мужчинами. Не только те 200 человек, которые пройдут через тур программы, с которыми вы познакомитесь на вилле, на туре, но еще и дополнительные мужчины, с которыми вас познакомит ваша сваха отдельно во время вашего тура. То есть мужчины, которые приедут конкретно к вам на встречи. Только представьте, что через буквально пару месяцев вы встретите группу элитных мужчин на элитном туре в эксклюзивной вилле, расположенной на океане. Только представьте, что через буквально пару месяцев у вас будет мужчина, о котором вы мечтали всю свою жизнь и ждали его на протяжении многих-многих лет. И, наконец-то, вы его встретили, и он любит вас со всем своим сердцем. Мужчина, который наконец-то взял на себя решение всех ваших проблем. Мужчина, который освободил вас от финансовой ответственности. И мужчина, на которого наконец-то можно положиться. И мужчина, который наконец-то заставил вас почувствовать себя настоящей женщиной. Не пашущей, загнанной лошадью, кем вы, возможно, являетесь сейчас, а настоящей женщиной, окруженной заботой, вниманием, лаской и любовью. Стоит ли это того, чтобы сделать первый шаг, один первый шаг навстречу своему счастью? Решение ваше. Мы всей командой в Оксана Лав готовы приступить к помощи встречи мужчины вашей мечты, к помощи вам встретить этого мужчину вашей мечты. Но только в том случае, если вы сами готовы к изменению своей жизни прямо сейчас. Мы ждем с нетерпением встречи с вами и помощи осуществления ваших желаний в реальность. Если вы чувствуете, что вы готовы стать счастливой, то все, что вам нужно сделать сейчас, это дать нам знать об этом и подать заявку на участие в туре. Мы ждем с нетерпением встречи с вами.